Нельзя делить террористов на хороших и плохих и применять двойные стандарты. Об этом заявил Владимир Путин в интервью азербайджанскому информагентству «Азертадж» в преддверии визита в Баку. В понедельник там состоятся переговоры президентов России, Ирана и Азербайджана. Одной из главных тем станет как раз борьба с терроризмом. Российский лидер еще раз отметил, противостоять угрозе со стороны радикалов можно только сообща. Говорить будут и об экономике. По словам президента, страны активизируют сотрудничество в рамках глобального проекта. В фокусе наших переговоров будет флагманский проект международного транспортного коридора «Север-Юг» общей протяженностью 7200 километров. Он направлен на создание оптимальных возможностей для перемещения транзитных грузов из Индии, Ирана, стран Персидского залива на территорию Азербайджана, Российской Федерации и далее в Северную и Западную Европу. Другие перспективные направления взаимодействия – реализация стратегических инвестиционных проектов в сфере энергетики, транспортной инфраструктуры. Имеются хорошие возможности расширение торговли услугами, в том числе в области туризма, здравоохранения, образования.